Итак, дорогие друзья, после того, как мы с вами создали паровой двигатель, я думаю, стало пора создать паровой автомобиль. Паровой автомобиль и вообще автомобили в 3D-графике – это как у фотографов. Умеешь фотографировать часы, умеешь все. Так же и здесь. Так, мы возьмем с вами сейчас в объекте моду, мы возьмем меж возьмем кубик. Так, кубик возьмем, и давайте мы его порастягиваем сразу же. Так, во-первых, он должен быть. Так, мы делаем с вами станину. Обычно начинаем X. С колес. Но тут есть желание начать со станины. Так, давайте еще раз S по Y немножко растянем. Вот так. Хорошо. И, естественно, здесь по оси Z вот такая станина у нас будет, да? Ну, нам надо с ней, конечно же, поработать таким образом. Я включу вам все-таки. Подсказочки в серединку. Сюда. Так. Ну ладно, хорошо, пускай так будет. Так, мы перейдем в Edit Mode, возьмем Ctrl-E, так, итак. Ctrl-R. Сделаем-ка мы вот тут парочку. Так, стоп. Вот. Так, и раздвигаем его. Так, пожалуй, да, хорошо. Здесь Ctrl-R еще раз. Вот. Так сделаем. Так, далее опять Ctrl-R. Сейчас я их нарежу тут. Приспособиться надо. Еще раз Ctrl-R и две штуки мне надо. Так, двигаем сюда. Стоп. Вот сюда мы двигаем. И растягиваем. Хорошо. Угу. И теперь вот этот это ребро и вот это ребро мы стягиваем вместе. Нет, нам надо разрезать еще раз, чтобы создать вот такие грани. А вот теперь уже, естественно, вот это и это мы можем стянуть между собой. Но что я часто забываю делать, это перейти вот сюда и сделать видимо-невидимо. Так.
мы выделим теперь этот и этот и потянем друг к другу. Вот. Так у нас должно. Хорошо. А теперь выбрать вот этот. Даже не так. Лучше сделаем-ка мы вот что. Полигон. Вот этот полигон нам надо выдвинуть наружу. Это Е. Вот так выдвинули. Потом опять 7 сверху. И вот, вот это. Так, стоп. Не так. Вот это и это. Сейчас потянем чуть-чуть наверх, вернее вперед. Это будет у нас G и по X. Вот так. А далее мы уже начнем заниматься с всякими скруглениями, закруглениями. Так, отключаем. То есть мы можем теперь выделить вот эти ребра. Прежде чем мы это сделаем, ребят, подождите. Мне надо уничтожить вот это здесь. И вот это. Говорим удалить фейсы. Хорошо. Теперь выделяем вот эти. Говорим F. Есть. Теперь вот это и это. Тоже F. И вот это и это. F. Готово. Да. А далее уже проще. Мы выделяем. Этот и этот. Но до этого мы должны с вами сказать, что у нас все тут нормально. То есть все убрать. И Ctrl-B. Так. Сделаем закругление. Вот такие сделаем. Отлично. Так. Здесь. Здесь оставим. А вот это с этой. Так. Перевернем. Так и так. И Ctrl-B. И наделаем кучу треугольников. Оно нам надо, оно нам не надо. Поэтому мы сейчас возьмем эту станину, просто сделаем следующее. Мы ее выберем. Далее проверим Alt-M,
дистанция. Посмотрим, какая у нас дистанция. Слишком маленькая. 0,1 вот здесь сделаем и нажмем. Так, тут все было нормально. Трансформ. Значит, тогда такая вещь, как Barrel сработает аж бегом. Так и получилось. Так и получилось. Вот все, такая станина нам нужна. На этом пока остановимся.